Бросаться без страха в огонь и воду, рисковать своей жизнью, не задумываясь – это обычные будни спасателей. История профессиональных служб ПЧС берет начало с 1995 года, когда первый президент, лидер нации Нурсултан Назарбаев, своим указом создал Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. До этого профессиональных аварийно-спасательных организаций, обслуживающих население, в стране не существовало. Гарнизон служб ЧС – органов гражданской защиты, скажем, в Акмолинской области 1539 штатная численность сотрудников. Сюда входит основная масса, более 90% это гарнизон противопожарной службы, а именно служба по разрешению аварийно-спасательных работ. С прошлого года в составе этой службы также присутствует и оперативно-спасательный отряд. Это универсальные спасатели, которые работают на воде, и под водой, и на земле, и под землей. И в воздухе могут работать с вертолетной техникой, ну и в горной местности, соответственно, универсальные спасатели. Ну и есть в составе департамента ПЧС еще подразделение, которое осуществляет контроль в области пожарной безопасности и гражданской обороны. Примером мужества и самоотверженности для спасателей служит старшее поколение – ветераны, стоявшие у истоков создания органов гражданской защиты. Сапаргали Асылбеков родился в 1949 году в ауле Амандык, бывшей Кокшетауской области. Окончил сельскую школу, далее школу-интернат. Свою трудовую деятельность Сапаргали Асылбекович начал секретарем комсомольской организации. После направления комсомольской организации был представлен в распоряжение областного УВД. В 1967 году будущего спасателя направили в пожарно-техническое училище в городе Свердловск. С тех самых пор его жизнь была посвящена спасению людей. Сегодня за плечами ветерана огромный опыт работы. В настоящее время, будучи на заслуженном отдыхе, Сапаргали Асылбекович наставляет молодежь. Занимается развитием музея на базе Кокшетауского технического института. Если взять историю, раньше называлась пожарная охрана, потом был переименован государственная противопожарная служба. Сейчас называется спасательная служба. За мной есть экспонат ПН-100 насос. Вот такой ручной насос, это была редкость, очень большая редкость. Пожары тушились под ручными средствами, ведрами с водой, хлопушками и так далее. Самые такие средства были. Дальше больше развивалась, появлялась техника, не только ручной пожарный насос, но и появлялась техника с двигателем внутреннего сгорания. Вот рядом со мной сзади один из первых насосов были МП-600, МП-800, которые дают 600-800 литров в минуту. Главное у нас не только техника, эту технику создают люди, работают ими и люди, но вот наш институт, можем похвалиться, что готовит высококвалифицированных специалистов не только для противопожарной службы, спасательной службы Казахстана, но и для Киргизии, иногда и для Таджикистана и так далее. Руслан Бейсенов родился в селе Кенесары Кокшетауской области, окончил среднюю школу имени Сатпаева. В 1995 году пошел в армию и сразу после возвращения устроился в пожарную охрану. Во-первых, это благородная профессия. Здесь при каждом выезде ты что-то делаешь для себя, для государства. Во-первых, спасение людей, материальные ценности, помощь людям. Я помню свой первый выезд, это даже было мое первое дежурство. Я заступил на свое первое дежурство, и мы выехали на собачий хутор. Там горело 3 дома. И в одном из домов мы спасли женщину. И тогда я в первый раз почувствовал, что это приятная, благородная профессия.
Профессия спасателя сегодня одна из самых необходимых, востребованных, уважаемых и благородных. Спасатели ежечасно спешат на помощь людям, попавшим в беду, сражаются за жизнь и сохранность их имущества. Жандос Жармухамбетов родился в областном центре. Здесь же окончил школу и поступил в Кокшетауский технический институт. Сегодня он является начальником специализированной пожарной части. На вооружении 15 единиц техники и 119 человек личного состава. Пожарные – это не просто профессия, это моя жизнь, говорит спасатель. Мы выезжаем на тушение пожаров, различных возгораний, проведение аварийно-спасательных работ. Это в том числе по Акмолинской области, в период паводков для откачки талых вод, ликвидации ЧС в зимний период, как я начал работать начальником караула пожарной части. Это был пожар, загорелся травостой. Это было в мае месяце 2008 года. Загорелся травосой, он перешел на облгаз, где там хранились газовые баллоны. По третьему рангу тогда производилось тушение. Ну, была также предотвращена угроза взрыва очень большого. Горел склад с газовыми баллонами. Это облгаз на Северной промзоне. В канун своего профессионального праздника сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области инициировали масштабную благотворительную акцию «25 тысяч спасенных жизней». Они в качестве доноров сдают кровь. Я поддерживаю данную акцию. Наш коллектив в честь юбилея службы инициирует благое дело. Пожалуй, спасатели, как никто другой, прочувствовали ценность человеческой жизни. Я уверен, кровь, которую мы сдаем, может стать для кого-то спасением. При наводнениях, пожарах, стихийных бедствиях, крупных авариях первыми на помощь приходят спасатели. И это не просто профессия, это призвание. Чтобы незамедлительно выручить людей из беды, рискуя собственной жизнью, нужно быть универсалом. И водолазом, и верхолазом, и пожарным, и медиком, и водителем. При этом быть устойчивым к стрессу, обладать отличным здоровьем и хорошей физической подготовкой. Невозможно удержаться в этой профессии, если в душе нет потребности любой ценой спасти человека.